еще один самонадеянный человечишка осмелился взобраться на мою скалу. Вы, люди, такие жалкие, такие мужественные и такие слабые. Я вырву твои внутренности и скормлю их крысам. Не так быстро. Со мной глаз Инноса. Ты будешь повиноваться мне и отвечать на мои вопросы. Задавай свои вопросы. Кто ты? Меня зовут Педракан. Я медленно-медленно буду снимать с тебя шкуру, когда доберусь до тебя. Кто самый сильный из вас, драконов? Мы черпаем нашу силу из стихий этого мира. Иерархия очевидна и проста. Земля, покрытая мягкой почвой, дарует жизнь всем созданиям, живущим под солнцем. Но она может раскрыться и поглотить тебя целиком, если ты подойдешь слишком близко. Скала, которая скорее расколется, нежели поддастся, гордо возвышается над всем и похоронит беспечных под собой. А еще она дает лучшую защиту от прилива. Искры жизни живут в глубоких огнях этого мира. А еще огонь обжигает все своим дыханием, не оставляя за собой ничего, кроме пепла. Все эти стихии сохраняют и уничтожают. Но только в воде, которая стала твердой, как скала, все превращается в вечную колонну из соли, где жизнь едва ли возможна. Чьи приказы вы выполняете? Кто послал вас сюда? Наше будущее и настоящее контролируется хозяином при помощи слова силы. Скоро никто не сможет сопротивляться ему. Его длинная рука уже протянулась сюда из царства мертвых. Духи ночи собираются в предвкушении его скорого появления. Он раздавит вас, людей, и будет править этим миром. В его тени мы не более чем инструмент его созидательной силы. Хозяин придет и поднимет ваши безжизненные тела из пепла и использует их для окончательного изменения облика этого мира. Но хватит болтать. Твоя временная сила иссякла. Глаз потерял свою силу. Приготовься умереть. Эй! Каменный дракон мертв. Я больше не слышу воплей. Ты был в этой крепости в скалах? Да. Ха-ха-ха! Я так и думал.
Где бы ты ни появился, там камня на камне не остается. Что ты собираешься делать дальше? Я побуду здесь еще немного, а затем вернусь к Ли. Может, мы там еще встретимся. Меня уже тошнит от этих мест. Пришло время убираться с этого острова. Еще увидимся. Хорошие доспехи. Поверить не могу, что еще находятся люди, готовые отдать свою жизнь за то, чтобы просто увидеть живого дракона. Я пришел не за тем, чтобы увидеть тебя. Боюсь, цели мои несколько более радикальны. Ты хочешь сказать, что готов вызвать меня на бой? Ха-ха! Я сломаю твою хлипкую шею. Не так быстро, дружок. Со мной глаз Инноса. Ты не можешь сопротивляться моей воле. Отвечай на мои вопросы, иначе тебя ждет невыносимая агония. Тогда задавай свои глупые вопросы, пока еще можешь. Твоя сила долго не продлится. Кто ты? Меня зовут Феоматар. И это все, что ты узнаешь обо мне. Когда меня отпустят чары глаза, ты сгоришь в огне. У каждого дракона есть сокровищница, где он хранит свои сокровища. А где твоя сокровищница? В месте, которое будет недоступно для тебя, когда я освобожусь от уз глаза. Я храню свои сокровища высоко в этих горячих утесах, куда практически невозможно добраться такому бескрылому созданию вроде тебя. Как я могу победить вашего хозяина? Он всемогущ и практически неуязвим. Если у тебя хватит глупости встретиться с ним лично, ты умрешь медленной и мучительной смертью. Я уже не первый раз слышу подобное. Почти неуязвимый не означает, что я не могу убить его. Итак, говори. Что я должен сделать? Чтобы противостоять моему хозяину, тебе понадобятся вещи, которые ты никогда не сможешь заполучить. И что это за вещи? Ты должен добыть лучшие доспехи, которые встречаются в вашем земном мире, и надеть их на себя. Тебе понадобится оружие, которое сделано только для тебя. Но самое сложное условие всех – ты должен найти 5 спутников, которые готовы пойти за тобой на смерть. Тогда и только тогда ты можешь осмелиться встретиться с хозяином. Глаз потерял свою силу, и тебе не дожить до следующей зари.